Всем добра, хакетер. Вот и Super Massive Games поддались повесточке. Впервые у них в игре появились вполне конкретные однополые отношения. Хотя тут тоже разработчики не стали проталкивать только один вариант. Наш красавчик Райан оказался весьма неразборчив в своих предпочтениях. Он может замутить как с шутником Диланом, так и с крутой Кейтлин. А под конец все равно перекинуться к еще более крутой Лоре. Короче, варианты на любой вкус и цвет. Но вот что на самом деле в игры супермассивов попало впервые, это поцелуй между двумя парнями. И я бы не сказал, что это игроки приняли в штыки. Издатель карьера, 2K, опубликовали выбор игроков, которым предстояло решить, кого поцелует Райан во время игры у костра. И 61% игроков сделали выбор в пользу Дилана. Ну, раз игроки сделали свой выбор, то кто я такой, чтобы идти против? Я немного покопался и сделал подборку всех романтичных диалогов между Райаном, Диланом и Кейтлин. А также небольшую пикировку между соперниками в этом любовном треугольнике. Из нас двоих хотя бы мне этим летом перепало. А, и как это прикажешь понимать? Ну, Райан. А что Райан? Он, ну, парень. Из нашего лагеря. Весь такой из себя сексуальный одиночка, что меня, конечно, совсем не привлекает. А, сюжетный поворот. Ну, прикинем. Любовь, стабильность, помолвка, свадьба, дом, ребенок, интрижка, ребенок, развод, раздел имущества, одиночество, алименты. Внезапное примирение, пустое гнездо, пенсия, внук, внук, внук. Дом престарелых и, наконец, смерть в объятиях друг друга и похороны в таком же виде. Типа как скелеты, которых раскопали в Риме. Ну, угадала? Ой, нет, это про нас с Райаном. Эй, Райана видел кто? А, да, наверное, сидит где-то, весь молчаливый и загадочный. Дальше Дилан получает преимущество перед Кейтлин. Потому что практически всю игру будет тусоваться рядом с Райаном. Чем займешься, когда приедешь домой? Учеба или... Фиг знает. Понятно. Подруга? Ну, да нет. Парень? Свободен. Круто, да. Я тоже. Глянь, какая древность. Скажи свой номер, я наберу. На кой? А чтобы я мог позвать тебя на свидание? Хитро. Ух, классное кресло. Я бы хотел такое. Молись, чтобы мистер Хэ не спалил, что ты ездишь на его сокровище. Динь-динь-динь-динь. О, прости, тут важный звонок. Алло, летний лагерь Хэкетс Квори. Все, что вас не убивает, сделает вас сильнее. Чем могу помочь в этот опупительный день? Это ты типа изображаешь мистера Хэ? Да. Ага. Вы абсолютно правы, ему стоит быть повежливее с Диланом. И, что? Хотите, чтобы он дал Дилану свой номер? Это неожиданно, но я постараюсь помочь. Класс. Но в целом все эти разговоры и подкаты Дилану не помогут. Только от игрока зависит, кого предпочтет Райан у костра. Как насчет идеальной игры о тайнах и лжи? Правда или дело, но... Дилан стайл. Теперь я. Так, Райан. Правда или дело? Дело. Ну, валяй. Что ж, Райан. Предлагаю тебе выбрать. Так можно? Мне можно все. И ты должен поцеловать или Кейтлин, или Дилана. О, а это обои точно не вариант. Прости, правила не мои. Че-то как раз твои, ну ладно, че, погнали. Кейтлин, ну что?
Всегда рад угодить. Дилан, давай. Всегда рад угодить. Хотя Дилану, судя по его выражению лица, этот поцелуй доставил куда больше удовольствия. Она останется тут, мы идем наружу. Ты же только что сказал, что в коттедже может быть опасно. Когда? Полминуты назад. Ну, да, но только потому, что я очень хотел ружье. Да отдай ты ей пушку, чел. Ладно, ты прав. Эй, есть мой ствол. Если будешь паинькой, дам подержать. Ну, смотри, ловлю тебя на слове. Я не против, чтобы ты меня поймал. Но Кэтлин не оставляет попыток влезть в эти отношения. А я не помешала? Здесь я... А здесь ты, типа, такой остряк-самоучка. Ну, это грубовато, но... Нет? Окей, ну, может, я сначала нервничал, когда приехал в этой незнакомой обстановке, поэтому много шутил, даже слишком много. Ты привык к нему? Да, всем вроде понравился этот искушенный Дилан. Ну, а тебе самому такой Дилан нравится? Ну, типа да, все круто, нормас. Мне нравится просто Дилан. Что ж, я рад знакомству, просто Дилан. Я просто Райан. Точнее, мечтающий свалить отсюда Райан. О, он крут, он мне нравится. Хотя ни Кейтлин, ни Дилану не обломится. Райан предпочитает более доминирующих партнеров в своих отношениях и полностью переключается на Лору. Тут, мне кажется, главную роль сыграл момент, когда Райан получил от Лоры по лицу. Райан, да? Да. Нужны ответы? Они у меня есть. Слушай или иди нахер. Заткнись. Хал. Эй, она убила Кейли! Все закончится сегодня. Хочешь убить меня? Так стреляй. Уёбок. Кейтлин и Дилану остается только замутить друг с другом и подшучивать над объектом своих воздыханий, который так легко их бросил. Брось! Тебе нужен крюк. Будешь как этот, капитан Крюк. Да, в этом есть шарм. Заведу себе разные насадки. Ага, так-то. Ищи плюсы. И история улетная. Да, об этом можно поговорить на радио. Через пару лет будем над этим смеяться. Ты и я. Может, и Райан. Тогда мы у костра почти что... Мне кажется, или что-то могло выйти у нас с тобой. В следующем году, а? Ну, давай этот переживем. С вас лайкос, подписка и всем добра, хакетеры. Да и без разницы. Зато мы узнали, кто в его вкусе. Уверенные, смелые. С повязкой на глазу. Пираты! Может, ее гавань тихая? <с <с